Хай, делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Джека и Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, чек». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайками, потому что мы стараемся, так что ставьте лайки и приятного вам просмотра. Чур не первый. Чур не третий. Ну хорошо, не показывай, давай. Я запуталась. Ну ладно. Давай, сейчас подождите, ребята. Главное, чтобы было смешно, понимаешь? Так, давай вот ты тут без этого будешь, хорошо? Сейчас. Будем угорать, будет смешно, понимаешь? Сейчас! Вот чувствую, я сейчас голову можно... Чё это в чате за скины какие-то? Я сейчас посмотрю, что это такое. Ты псих, нормальный. Ну ты псих, конечно, ты псих. Давай, удаляй вот этих своих... Может, хватит орать? Да подожди. Хорошо, давай орём! А кого ты орёшь? А мне жопа! Хватит орать! Разорались тут, у меня там яблоню стырили, все яблоки на моем дереве. Где яблоки, посмотрите, нету яблок на дереве, нету. То, что яблок нет, это только печать. Закрываем его, мужик, закрываем, всё. Я, Игорь, ты что такое быстро, даже не успел ничего посмотреть. Вот именно! Всем привет! Ты воскрес? Нашел яблоки? На! Держи! Яблоки ему нужны, нету нас яблок! Троллинг, пацаны, пока. Такс. Еще что-то будет, да? Давай еще, давай, сразу все скины, давай. Что еще будет? Теперь будет просто. Закрываем его, нахрен похоронили. Давай, Ер, выходи оттуда. Да только не так быстро, подожди, нужно яблоки заберу. Яблоки, ну ты забирай, давай, забирай, яблоки. Яблоки, на снегу. Яблоки. Поехали, давай. Ехали. Радусы голые, давай. Нет, тут просто было, опять, понимаете, то есть, был, опять, я не понимаю, я нашел два, понимаете, два, один, и вот, понимаете, дебил этот достроил тут сраные эти дырки. Так, ну. Так, давай так, чурка, мне не бежать и меня не пугать. Было, понимаешь, в этой себе. Ай, брат, понимаешь, брат! Брат, это что, брат, понимаешь, брат! Понимаешь, брат, ну, брат! Бря! Сборище рэперов. Дебашку будешь? Раунд. Не, пожалуйста, можете вы поболчать немножко? Да мы... Дырки свои непонятные! Все, уходи. Ладно, ребята, я пошел. У тебя что, хлебальника пуха? Пчелы покусали? Нет, это дело... Нет, это я делаю. Ребята, а ты делаешь ооо, понимаешь? Давай. Минуточку внимания, понимаете? Мы смотрим внимательно. Давай, Там глаз, да, понимаешь? Вы хотите со мной поиграть, да? Ты Майк Вазовский? Я все вижу. Нет, я страшный глаз, но давайте со мной играть. Нет, Майк Вазовский.
Это дебил, конечно. Подожди, подожди, ты должен жрать золотые яблоки, давай, да. И золотые яблоки, давай, давай. Давай, давай, сзади, 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 Игорь, давай! Сзади, сзади, Игорь, давай! Ты псих, конечно, вот ты псих. Еще, жри. Смотри, смотри, там, вперед. Сзади, сзади, пропустил, сзади пропустил. Не забрал, не забрал. Ладно, давайте, шо тогда сейчас будет? Шо тогда сейчас будет, понимаете? Ай, понимаете, не. Так такое не будет, такое. Я вам расскажу одну историю. У меня есть два братья, точнее не два братья, а вообще трое, опять братья, понимаешь? Есть нормальный, вот, есть нормальный брат, типа, вот, Василий, есть нормальный. Типа, нормально вышел, такой красивый, ничем не отличается, хорошо учится, понимаешь? Есть брат Михаил, спортсмен, футболист, мать вашу, понимаешь, пим-пим, мячи пинать, понимаешь? А вот я вообще, мать вашу, сука, понятное какое-то, понимаешь? Хлебальником не вышел, бля, ничем не вышел, бля, не спортсмен, не, ничего не понимаю. Вот, братья Миха, Вася, а я вот дебил, бля. Вот, пошёл. Дебил, дебил, пожалуйста, не толкать. Дебил, а? Он дебил. Пихай свою, давай. Да ещё и пихай, убери. Ты страшный, конечно. Ты страшный, конечно. Понимаешь, ты страшный. Я всё видел. Чё ты видел? Вот, Эдисон, ты говоришь, что у тебя братья нормальные, да, ты не пошёл, да? Да. Ну, и, короче, а я вообще отбитый. Это вообще дебил, да? Я вообще отбитый, дебил. Ну, да. Крипер бар! Вот. Видишь, я говорю, я отбитый, понимаешь? Нет, ты дегенерат вообще, перестраивай вот это все, давай. Я такое не умею! Я умею ток взрывать! Крипер-бар! Крипер-бар! Предорать! Дебил! Дебил, конь! Вот ты дебил! Вот ты дебил! Я только так умею. И что сейчас делать? Игорь! Сейчас все будет! Сейчас! Игорь, не помогай ему, не помогай! Пускай он все сам делает! Перестраивай давай! Я буду наблюдать! Взорвал все, понимаешь? Взорвал все! Ты будешь идти, нет? Такой посмотрел классно. Такой, так, что ты не делаешь? Я все за вами слышу. Вы любите крокодилов? Ну такое, нейтрально. Я не очень люблю. Поехали кататься на крокодиле. Крокодили, поехали кататься. Давайте будем кататься на крокодиле. Это крокодил? Ну посмотри, ты видишь, у него есть 4 ножки. Есть? Где? Это не писюн, не писюн. Нет, это больше похоже на снеговика. Я ничего не понимаю. Это крокодил. Это я езжу на крокодиле. Ты дистрофан какой-то, дистрофан. Ты на руки свои посмотри, а. Я голый мужик на крокодиле. А Коля будет на крокодиле. О, нифига, ты руки уже. Ничего себе! Ты чё, балерина, это значит Титаник прям мне напомнил. Та-тай! Подожди. Держи меня, давай. Сделай опять так, сделай. Давай. Ну. Ну да, опа, ну давай, ну. Ну! Давай, да ты его не дрючь сзади, а здесь. Вот ты дурак, конечно. Идите в сраку, понимаете, в сраку идите. Посмотрите, это ж похоже на крокодила, смотри, это у него, вот у него есть хобот. Эдисон, тащи, давай, должен затащить, потому что... Не! Не буду я тебя с**ловить, покемон проклятый, нет! Не буду! Отстань от меня! Так, шу... Чаризар! Чаризар! О, у меня уже есть покемон, и ты мне нахрен не нужен. Что происходит, а? Не буду я тебя ловить, не буду. В смысле? Ах ты ж. Вообще-то я мастер покемонов, понимаешь? Я мастер, не ты. Ловлю покебол. Да, вот именно. А вы словите у меня в покебол? Ну давай, лазик, давай, залезай, покебол. Да где ты? Собака проклятая, убейте! Опять. Ребята, хоть у нас и не смейся челлендж, понимаете, но у меня для вас очень печальные новости. Да. Реально печальные новости. Игорь уже расстроился, понимаете? Пожалейте Игоря, пожалуйста. Падают просмотры, подписчики не ставят лайки. Ну!
Знаешь, к чему это все ведет? К тому, что мы будем стоять и говорить: «Свободная касса! Свободная касса! Будете печеньки! Или стрипсы, или пирожки!» Вот так вот будете подходить. Дайте Пикачу жареного! Пикачу жареного дайте! Пикачу жареного нету! Ну ты не переживайся, ты учись, я тебе мастер-класс показываю. Нам это... Ну это пригодится, это пригодится, я согласен. Поэтому если не хотите, чтобы мы продавали пирожки, то ставьте лайки под эту серию. Кстати, да, ребята, ставьте лайк, кто еще не поставил. А то я что-то не хочу. Давай, Игорь, давай! Так, значит, показывать вам сценку, значит, да? Давай, быстрее! Fuck everything! Fuck everything! Привет! Fuck this everything! Fuck everything! Синкебавит, понимаешь? Мама! I'm live in America 3 years, I in London... Мама, ты какая-то тупая, честно тебе скажу, тупая, ты don't know English, пойдем, мама, пойдем. Fuck anything, это мой fuck anything. Ты сын собаки, пойдем, быстрее, побежали. I'm the son собаки. Нам надо торопиться, быстрее, мама, быстрее, побежали, за покемболом, быстрее. Лови его. Не надо, никого я ловить не буду, отстаньте от меня. Вперед, собаки. Не буду я никого. А в общем, ребята, как мы уже сказали, ставьте огромные пальцы вверх на все наши 3 видоса, набираем много лайков, сразу же выходит новая серия «Не смейся челлендж», если вы этого хотите, конечно. Да, ребята, а также не забывайте подписываться на наши каналы, выпускаем ролики каждый день, йоу, ага. Ой, как вы бы еще не пропадали, было в общем замечательно. Ну еще на колокольчики надо нажимать. Нажимайте на колокольчики, пишите ваши комментики. Инстаграм там ссылочка есть. В описании, все в описании есть, да. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.